Здорово всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите просто что-то нереальное. Вы просто будете в шоке, потому что я нашел клан целых читеров. Каждый участник этого клана просто нереально жесткий читер. Так что, ребята, присаживайтесь поудобней, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, потому что именно по лайку и подписке я хотел бы найти одного победителя и дать ему 1000 голды. И приятного вам просмотра. На GG следов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение, просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG следов — мой выбор. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребята, приступим к поиску этого клана. Притом, и самое странное, что этот клан я нашел довольно-таки случайным образом. Я просто играл в стендов, и тут хренак, вижу клан какой-то. Думаю, поищу я, что это за клан, захожу, а там просто все читеры. Так, ну что же, ребятки, что же мне необходимо сделать? Я пишу QB2, и тут мы видим непонятный клан с иероглифами. Скорее всего, это, ребята, китайцы. Хотя не факт. Ну что ж, давайте смотреть, там целых 18 участников, ну не может же быть такое, что 18 человек читеры, ну это же полный абсурд, полный бред. Давайте-ка мы прямо сейчас это все посмотрим. Ну что ж, ребятки, давайте посмотрим, кто же главарь этой опасной группировки читеров. Это парень, у которого в нике его ID. Ну что же, давайте смотреть, что же мы видим, ребята, ну хо-хо-хо-хо, да ты что, легенда. 2200 ммр. Блин, ребята, сколько же сегодня будет у разработчиков работы? Это надо каждого из них перебанить. Так, смотрим. КД 4.44. Общее время в игре 41 час. Братан, ну скоро будет 0 часов, потому что тебя просто-напросто забанят. Ребят, просто посмотрите, у него одни победы. Просто одни победы. А там, где он проигрывал, скорее всего, попадались другие читеры. Для того, чтобы я не был балабулом, давайте-ка нажмем на любую каточку. Просто совершенно любую, рандомно. Ах, ладно, ладно, это будешь ты. И мы видим, что наш уважаемый парниша играет вместе с командой читеров, и они все в пати. И он даже сам сделал 3 килла. Ну, ребят, очевидно, это чит. Но это понятно, это же лидер клана. А что же будет касаемо остальных игроков? Давайте проверим. Парень, у которого ID 983, ну, то есть это относительно свежая ID. Что же мы видим у него? 61 КД. Ха-ха. Ничего себе, ребята, вот это киберспортсмен. 92% побед и ранг голд 2. Слушай, братан, расскажи мне, что у тебя пошло не так? А знаете, что пошло не так? То, что разработчики придумали новую систему защиты. И теперь читеры. Просто. Даже если он выиграет 10-0, видим, как тут. Он выиграл 10-0, но, к сожалению, он получил 0 ммр. Просто за счет того, что система распознала его как читера. Поэтому, разработчики, спасибо, что вы придумали хотя бы такую штуку, что читеров будет меньше ммм. Так, ну вы скажете, это пока, но это же был лидер, а то был солидер, а вдруг обычные игроки ни при чем? Окей, давайте посмотрим на обычного игрока, а вдруг он реально ни при чем? Давайте посмотрим, у него тоже легенда, у него тоже КД 2.35. И, слушайте, а вдруг он не читер? Вдруг я реально ошибаюсь? Давайте посмотрим историю матчей. Не, ну ребята, это просто абсолютный чемпион мира по стендофу. Посмотрите, ни единого поражения. Фермер, братан, прими его к себе в клан. Ты посмотри, какой киберспортсмен пропадает. Слушайте, ну давайте-ка посмотрим, как же он играет. Я захожу вот сюда, и я вижу то, что у чела 36 киллов. Вы бы мне сказали, Кент ПК, это буст. Ребята, ни хрена подобного, это не буст, это читы. Потому что команда противников тоже делала киллы. Значит, они не боты. Значит, этот парень должен улететь на банановый остров. Ребят, как же это удобно, то что сразу они все собрались на месте. Очень удобно их будет банить, поэтому большое спасибо клан читеров. Так, ну что же, ребятки, смотрим дальше. Так, о-хо-хо, у парня аниме-аватарочка. Это, ребят, меня немножко настораживает. Процент побед 81, КД 4.69. Ты что, ребята? 21 час, ну, ребят, я думаю, так тут даже смотреть бессмысленно, потому что это очевидно читер, у него даже 72% убийств в голову, ну, делайте выводы. Но что же, идем дальше, следующий наш пассажир с аниме-аватаркой, да я смотрю, не все с аниме-аватаркой, блин, ребят, походу это реально какие-то китайцы, посмотрите на их аватарки, ну это реально китайцы. Кстати, а вот с этим читером играл лично я, то есть вчера я играл в ММ, и я нашел этот клан лично. Посмотри, КД 55, ну я просто в шоке, у чела ранг мастер. Опупеть, читеры, читеры, просто гореть вам в аду. Кстати, ребята, обратите внимание на новую защиту от стендофа.
Теперь, если вы читер и вы побеждаете, вам отнимают ММР. Вот как мы видим на примере этого парня. Вот так вот. То есть, помимо того, что парень получит бан, он еще и не сможет стать легендой. Да и вообще, пусть для всех это будет уроком. Ребята, нефиг играть с читами. Вы не лучше, чем остальные. Играйте так, как и все. Потому что в наше время читеров капец как много. Ну что же, давайте посмотрим на остальных участников, потому что вдруг я наговариваю. Вот просто рандомного чела, вот, например, вот это, без аватарки. 657 КД! Чего? Чего? Ребята, вы там вообще с ума сошли? Это как так-то? Как так-то? Чел получает 49 КД за катку. Давайте посмотрим. Ребята, ну вы что, ну явно киберспортсмен. Притом я смотрю, это не буст, это просто читы, потому что двух челов кикнули. Я хочу найти хотя бы одного не читера. Если тут хотя бы один не читер, например, Эмти, брат, ну ты хоть не читер? 595 КД. Не, ребята, читы, не слышал. А в общей статистике 596. Обалдеть, ну ребят. Конечно же, это не читер. Давайте смотреть дальше. Так, о, вот этот, видите? У него аватарка клана. Давайте посмотрим. Походу, тут вообще самый главный. Так, у парня 95% побед в соревновательном режиме. Ребят, ну я просто в шоке. Давайте посмотрим, против кого же он играет. Мало ли это не читер. Я скажу так, учитывая то, что он в тиме со всеми ребятами из клана, которые играют с щитами, то ясен пень, они просто бустятся вместе с читерами. Так, ребята, давайте посмотрим на этого мистера Мускула. Ну хотя бы ты играешь без щитов, брат, у тебя же 1 на 8 начинается старый аккаунт. Так, лучший рангмастер. Ребята, кажись, мы нашли хотя бы одного парня не читера. Не может быть! Ура, хотя бы кто-то, хотя бы один не читер. Я-то уже начал сомневаться в этом. Ребята, давайте посмотрим. Так. Ух ты, блин, как же у него много побед. Давайте посмотрим, вот где он играл 10-1. Пожалуйста, брат, скажи, что у вас нету в команде читера. И я, ребята, вижу 53 кила. Ну, елки-палки, ну за что? Ну, я хочу найти хотя бы одного не читера. Ну, за что ж вы так унижаете и издеваетесь над обычными игроками? Хотя нет, они унижают сами себя. Давайте посмотрим, вот это парня. У него, не знаю, какая-то аватарка довольно-таки странная. Походу, это он в реальной жизни, при этом довольно-таки похоже по возрасту. Так, КД 3,57. Процент побед 65. Ребята, а вдруг это не читер? Вполне вероятно то, что это не читер. Давайте посмотрим. И это тоже читер. Опупеть. Короче, ребята, я вам скажу только одно. То, что если бы они мне не попались в ММ, если бы не играли и никого не трогали, возможно, это видео не вышло. Но они просто мешают играть нормальным игрокам. Поэтому я считаю, что надо забанить весь этот клан. На кого не нажму, любой чел-читер. Давайте нажму на этого. Ну тоже же. А, это еще не читер, он еще не спел. У него всего лишь 0,9 часов. И то, КД уже 3,13. Скорее всего, он просто набивает опыт, а потом будет в ММ играть с щитами. Поэтому, ребята, надо банить весь этот клан, потому что это не норма. Я хочу нормально играть без щитов. Почему? Почему каждый из этих игроков читер? Вот даже этот чел, который голд 1, вот я уверен, я сейчас зайду в историю матчей, и я вижу то, что парень тоже играет с щитами. Даже у них голды играют с щитами. Понимаете, насколько все плохо. Ребята, очень жалко то, что похоронная музыка СТП, потому что я бы ее прямо сейчас включил. Короче, ребята, просто помните этот клан последний раз, потому что весь этот клан улетает на банановые острова. Но вы, уважаемые подписчики, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.